правительстве вернулись к идее привязать тарифы ОСАГО к возрасту машин. Чем старше автомобиль, тем дороже страховка. Минтранс, Минпромторг и Минэкономразвитие к середине июля должны подготовить единое предложение по этому вопросу. Предполагается, что чем старше автомобиль, тем больше должен платить за страховку его владелец, так как пожилой транспорт представляет собой большую угрозу на дороге, в отличие от более современных моделей. Примечательно, что сразу несколько страховых компаний пока документально этот факт подтвердить не могут. Идею повысить тариф для владельцев возрастных авто Министерство промышленности и торговли озвучивало еще в прошлом году. В ведомстве хотели таким образом стимулировать обновление автопарка страны. Однако тогда с этой идеей согласились не все. Минтранс счел, что два повышающих коэффициента к тарифу – это слишком. А в то время обсуждался еще и экологический вопрос. А в Минэкономразвитии решили, что новая идея приведет к повышению налоговой нагрузки. Как пишет издание РБК «Дейли», на этот раз власти пригласят к обсуждению вопроса автопроизводителей и перевозчиков.